Всем привет! Решила выпустить такое небольшое видео нашей покупки. Были сегодня в ленте и сделали там покупочку аж на 3000 рублей. Это не экономно. Экономное меню будет чуть позже. А сейчас просто показываю нашу покупку. Итак, из сладкого мы взяли 3 шоколадки. 2 так покушать и одну я взяла темную. Горький шоколад. Это у меня пойдет на украшение тортика ребенку старшему. А младшему взяли киндер-сюрприз. Также немного конфеток, 2 вида. Муж взял вот эти вот сырки. Да, это, конечно, ерунда, но он такое берет. Также взяла пачку манки. А муж также взял морковку по-корейски опять. На горячее я взяла вот эти вот ножки, тоже буду делать их на день рождения сыну. Взяли лук, он сегодня был по 45, по-моему, рублей за килограмм. И также взяла морковки. Тоже она была сегодня по акции, поэтому взяла побольше. У нас своя морковка закончилась, поэтому все, овощи покупаем. Также взяла 2 килограмма муки, также была по акции. 89, по-моему, рублей. Муж взял вот такой вот кофе. Я кофе вообще не пью. Мне нельзя. У меня от него болит желудок. А муж потихоньку пьет. Сыну старшему взяли водички в школу. Дальше из фруктов взяли бананы. Взяли яблоки Golden. И взяла вот эти вот 3 груши. Тоже иногда кушают. Так, макароны взяли вот такие вот и обычные рожки. Также кефирчик и пачку молока. Там у нас молоко еще есть, поэтому взяли одну пачку. И муж взял еще творожную массу с изюмом. Так, я взяла творожный сыр. Это тоже пойдет у меня на день рождения сына. Вот такой вот сыр пластинками взяли, слайсами вернее, салями. Это тоже все пойдет на канапешки. И взяла вот такой вот еще тертый сыр. Очень удобно для завтраков или для пиццы вот такой вот сыр покупать. Дальше взяла горчицу. У нас та закончилась. Баночку сметаны свежей. Томатную пасту. Махеев. Дальше сливки. Они тоже были по акции. Взяла сразу большую коробочку. Тоже пойдет у меня на тортик и, наверное, какой-то десерт дню рождения. Так, лимонад. Маленькая пачка майонеза. Также взяла пачку масла. Хорошее масло, кстати, недорогое и, в принципе, по вкусу, я вам уже говорила, нам нравится. Младшим мы взяли творожок один, у них там еще есть запас. Также взяли 2 коробочки, 2 десятка яиц. Тоже они были, кстати, по акции, по 50, по-моему, 9 рублей. Это очень редко, так что взяла сразу 2 коробочки. Также на день рождения, думаю, сварить вот такой вот компотик из сливы. Сегодня акция была на замороженные ягоды, овощи. Так что взяли еще вот такие вот овощи по-деревенски. Так, помидорчики сливовидные, 4 штучки. Огурчики были по акции. Муж себе взял вот эти вот вредности. Любит иногда побаловаться. И я также взяла себе еще вот рукав для запекания. У меня закончился. Так что вот так вот, вот такие покупочки у нас вышли. Чек также приложу, кому интересно. Так, ну и вот показываю чек. Вот яйца нам обошлись 54 рубля. Рукав для запекания 103, помидоры 66. Морковку мы взяли кило 328, по 67 рублей она была. Сыр, майонез. Джем варенье 108,
Сливки 217, так они стоят гораздо дороже. А муж, кстати, купил себе еще кепку, я вам не показывала. Ну, в общем, вот. Так, что тут еще? Кофе 237, масло 108. Колбаса нарезка 108, сметана 68, молоко 55, мука 89 по акции. Лук по 45 рублей был. Слива, так как была акция, вышла всего на 78. Кстати, сегодня там тоже акция. 17-18 мая. Там скидка 40% на замороженные ягоды, овощи, пельмени, по-моему, вареники, что-то такое. Вот смесь овощная тоже на 62 вышла. Так, ну что тут еще? Бананы на 125, они подорожали у нас опять. Огурцы, кстати, были дешевые. Три штучки в пачке получается, всего 39 рублей. Так, ну и вот, общая итоговая сумма 3607. Плюс мы списали 38 баллов, и за эту покупку нам начислили еще 46. Так что вот, как-то так. Все, на этом точно с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Хорошего всем настроения и до новых встреч.